Наша главная цель – оставаться трезвым и помочь другим алкоголикам обрести трезвость. Давайте начнем нашу встречу с минуты молчания. Вот так начинается очередное собрание в обществе анонимных алкоголиков. Сюда приходят те, кто не может справиться с болезнью в одиночку. На пути в новую трезвую жизнь 12 шагов. Первый, говорят, самый сложный – признание собственного бессилия перед алкоголем. На горячительные напитки в этих стенах наложено табу. Здесь пьют чай. Участники общества анонимных алкоголиков с недавних пор собираются в Десногорске. При поддержке главы города двери общества открыты для всех нуждающихся. Главное – желание избавиться от пагубности и часто смертельные привычки. Нам предоставили кабинет номер 2 в Центре социальной и молодежной политики в 6-м микрорайоне города Десногорска. Вот, собрание проходит 2 раза в неделю, понедельник и четверг, с 18 до 20 часов. Вот, на собраниях могут присутствовать как анонимные алкоголики, так и люди с зависимостью наркотической. И на открытое собрание могут приходить их родственники. Участники группы встречаются, пьют чай, читают книги и пытаются разобраться в причинах пьянства друг друга. Об эффективности деятельности пока говорить рано. Общество функционирует несколько недель. Но возможность обсуждать свои проблемы в кругу понимающих людей в Десногорске уникальна. Ведь зависимость от алкоголя не знает границ. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.